Сегодня в Гуляйпольской специализированной общеобразовательной школе прошли соревнования зонального этапа всеукраинского фестиваля «Дружин юных спасателей», в котором приняли участие команды школьников 5 районов Запорожской области. Подробности в репортаже нашего собственного корреспондента Тараса Шевченко. Цель соревнований – популяризация здорового способа жизни, формирование навыков умелых действий в экстремальных ситуациях и обучение детей и подростков правилам пожарной безопасности. В соревнованиях 9 этапов, в которых проверялись не только умение действовать в экстремальных ситуациях, но и творческие способности участников команд. На состязания собрались школьники из Пологовского, Куйбышевского, Новониколаевского, Вольнянского и Гуляйпольского районов. Слід відмітити, що щороку інтерес учнівської молоді саме до такого типу змагань зростає. І це показало сьогоднішні змагання. Дійсно, що діти проявляють інтерес, і журі достатньо складно визначити переможця, тому що діти з таким ентузіазмом сприйняли ці змагання. Але змагання є змагання, і перемогу повинен здобути найкращий. На первом этапе – визитка. Участники в юмористической форме представляли свои команды. Лучшей была признана команда Вольнянского района. Затем – агитационный конкурс, в котором оценивалось оформление стенгазеты, пропагандирующей здоровый образ жизни и правила пожарной безопасности. Здесь лучшей стала команда из Гуляйполя. Гуляйпольцам не было равных в умении распознавать съедобные и ядовитые грибы. И на этапе «Безопасная прогулка», включающая в себя несколько конкурсов, самый зрелищный из которых – меткий ствольщик, во время которого команде необходимо было сбить 3 мяча водой из пожарного ствола. Мы показали себя наилучше майже у всех конкурсах, так как мы хорошо готовились. И мы рады, что до нас завітали команды из разных районов. И вважаем им перемоги. По итогам соревнований первое место заняла команда Гуляйпольского района, на втором – команда из Куйбышева, и на третьем месте – участники соревнований из Вольнянска. Победители и призеры соревнований получили почетные грамоты и ценные подарки. А юные спасатели из Гуляйполя будут участвовать в областном этапе всеукраинского фестиваля «Дружин юных спасателей», который пройдет в Запорожье.